Приветики, мои дорогие. Ну, на этот раз точно колобок прибежал. Эти мы красивые. И ракушечка. Ты моя девочка. Да, ты. Счастлива. А что ты на мамашку нападаешь? Ты думаешь, что я тебе дам, а ей нет? Не-не-не-не. Идите сюда. Идите. О, боже. Боже, голодные. Я представляю, как. Потому что уже давно со мной не виделись. Колобоще. Упс, сори. Стол хочу отодвинуть, чтобы было видно лучше. Иди, не бойся. Где? Что? Кушай давай. Не по вкусу, что ли? А что это? Печенька. На, на. Бум, по носу. Моя дорогая, на, моя хорошая. Я знаю, что ты любишь печеньки тоже. Вкусно. Добрый всем вечерок. Решила с вами пообщаться. Пришли мои любимые. Ракуша с ракушонком. Давно их не видела, потому что они ночью приходят, скорее всего. А может, другие не дают им еноты прийти на балкон. Обрадовалась, что они пришли. Сейчас поздний вечер. Ну как поздний? Еще 8 часов только. Ракушечка, куда ты спряталась там? Что он уже на нее нападает? Единственный ее ребеночек. Берет вверх, как говорится, над мамкой. Вот такое неблагодарное дитё. На мамашку свою. Кушай, кушай. Ну, на еще печеньку, на. Вот так, умный. Аккуратненько взял, уже не хватал. Кушай, кушай, мой хороший. Ракушечка, а ты там долго будешь нам попу показывать? Иди сюда к нам уже. Иди, моя девочка, иди, я тебе дам печеньку, иди. То, что ты ее так любишь, иди, моя хорошая. На, на мою сладкую, давай, кушай. И опять туда же, под эти велосипеды. Так, вкусненько. Знаешь, какой большой вырос. Ну, с мамкой еще ходит. Блин, в темноте стала там и кушает печеньку. Иди уже к нам на свет. Все, по две дала, больше не дам. Ешьте уже кошачий корм. Нету больше, нету, мой хороший, нет. Нет, хватит уже, хватит, моя китечка. Читики сладкие, да. Ой, ой, испугался, а? Я тебя погладила, да? А, испугался. Попу нечего подставлять. Попа не кусается, да? А зубы кусаются.
Ракушечка, ты к нам идешь? Ракушонечка, моя хорошая девочка. Ну. Что, маленькие мои, что? Тянет ручонки. Кушайте вон. Купили сегодня мешок еще один. Что? Вот видно, что она уже возрастная девочка. Этот такой еще мордочка. Голубенькая прям. Она вот такая уже коричненькая. Кушайте, кушайте. О, кто это к нам идет? Кто? Еще компания. Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Давайте наедайтесь быстрее. О, уже пошла на разборки. Куда вы пошли? Куда? Эй-эй-эй. Быстренько иди кушай, иди. Так, не злиться, нельзя. Нельзя. Уже огыркаются. Ну, это вообще. Встретились. Это другая, видно, семья. Ой, ну жалко вам не видно, только глаза светятся. То выше, то ниже, то станет на задние лапы. Надо идти кормить с той стороны. Иначе бойня будет. Так что я выключаюсь, пойду. Дверь откроем с другой стороны. Там накормлю.